Радостные лица, яркие платья и шаг во взрослую без пяти минут студенческую жизнь. Это время школьных выпускных. А самых лучших, золотых и серебряных, чествовали особо на встрече медалистов в мэрии. Кстати, больше всего золота нынче в гимназии номер 4, 8 человек. На втором месте 11 лицей, на третьем 26 гимназии и 28 лицей. У них равное количество золотых медалистов по 6 человек. Лидеры по серебру – 11 лицей, 26 гимназия, 28 лицей и гимназия номер 4. Хочу поступать в МАРГУ на гидроэнерготехнику, электроэнергетику, вернее. Вот, не знаю, как повезет. Я думаю, что медаль особо никак не влияет на мой выбор. Куда позовет сердце, туда я пойду. Я поступаю к нам в политех на экономический факультет, специальность экономическая безопасность. Ну, причина в том, что просто не хочется уезжать из родного города, и мне здесь нравится все, и вот эти новые, что появляется, и не хочу оставлять здесь родителей и друзей. Мне здесь комфортно. Всего в Вишкарале нынче 1260 выпускников, 95 из них медалисты, золотой 59, человек серебряный 36. Понятно, что теперь с внедрением в школьную систему оценки знаний через ЕГЭ говорить о мнимых медалистах никто не берется. Как для учителей и руководителей школ, так и для родителей наличие медалистов в учебном заведении – прямая оценка уровня оказания образовательных услуг.